никто не садится. Известно, что именно в детских играх рождается решение о будущей профессии. Почему бы сегодняшним детям не стать через несколько лет агрономами? В Березняках все для этого есть. Как правильно вести сельское хозяйство и как производят калийные удобрения, чтобы вырос богатый урожай, узнали дошколята. Сегодня узнали дети про удобрения, про наше производство уралкалиевское, про предприятие была предварительная работа проведена. Я думаю, детям было интересно. Детям сегодня повезло. В библиотеке номер 7 для них подготовили почти десяток увлекательных площадок с познавательными конкурсами. После их успешного прохождения в гости к ребятам со сладкими призами пришел дядюшка Крот. Все это в рамках проекта «Школа юного экофермера «Колосок». Библиотека номер 7 поучаствовала в муниципальном конкурсе грантов для проведения мероприятий по экологическому просвещению и получила поддержку компании «Уралкалий» на реализацию проекта «Школа юного экофермера». Планируется, что в проекте примут участие около 300 человек, воспитанники детских садов микрорайона, где расположена библиотека номер 7, ребята из школ номер 3, 5, 14 и педагоги. При поддержке компании «Уралкалий» в рамках проекта мы приобрели новые книги по экологии, мы приобрели новое оборудование для изготовления, демонстрации, презентаций. Мы приобрели оборудование для посадки семян, рассады. По уходу за этими растениями приобрели оборудование. И теперь дети будут не только теоретически подкованы, но и практически. Чтобы урожай был хороший, нужно удобрение. А удобрением занимается Уралкалий. Экоферма «Колосок» открыла свои двери для любознательных ребят на все лето. Это значит, что зернышки, которые дети посадили сегодня, взойдут и принесут урожай при непосредственном участии дошколят. Сергей Стерхов, Кирилл Яранцев. Наши новости.